Оба троллейбуса, вспыхнувших сегодня в Вологде, были недействующими и подлежали списанию. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника отдела транспорта Вологды Антон Комяков. Напомним, пожар произошел сегодня утром на территории троллейбусного депо предприятия «Вологда Электротранс». Троллейбусы были разобраны. Сначала произошло возгорание одного троллейбуса, затем огонь перешел на второй. То есть данные троллейбусы они были в неисправном состоянии, подлежали списанию. То есть причины данного происшествия в настоящий момент уточняются. Никто не пострадал на перевозке, на движение троллейбусов по улице дорожной сети и осуществление перевозок пассажиров. Это никаким образом не повлияет. Для тушения пожара были задействованы 4 расчета и автолестница. Возгорание локализовали очень быстро, в течение нескольких минут. Причины пожара сейчас устанавливают специалисты. Рассматриваются 2 предварительные версии. Неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц и поджог. Так как аккумуляторы троллейбуса были сняты, то электротехническая причина возгорания была исключена. Мария Суворова, Максим Тышковец, Вологда Портал.